Praise God, Sister Michelle and Sister Marina with you with lesson 18 in Practical Christian Life and Ministry. Слава Господу, с вами сестра Мишель и сестра Марина. Занятие номер 18 на тему практическая христианская жизнь служения. In the previous lesson, I was in the middle of telling my testimony of how I got started in missions and learning to serve God. И на предыдущем занятии я начала свидетельствовать и рассказывать о своей жизни, о своих переживаниях и о том, как я начала служение миссионерское. So I was reading from Mark 14. И я читала отрывок от Марка 14 главы. And how Jesus told the disciples not to complain about this woman who had poured out the box of spikenard ointment, very costly. И в этом отрывке Иисус, он рассказывает ученикам своим, то есть не попрекать и не обвинять женщину с этим алавастровым сосудом мира из ада чистого, то есть не попрекать ее в расточительстве. The disciples are saying, what a waste. You could have sold that and given the money to the poor. Ученики, они все-таки, они говорили, ну к чему сия трата? Можно было бы продать это и раздать нищим. And Jesus said, let her alone. She has done what she could. А Иисус говорит, она сделала, что могла. Leave her alone. Оставьте ее в покое. He said, the poor, you always have the poor. You can serve them anytime you want. Он говорит, всегда нищих будете иметь с собой. Вы всегда можете им служить. But you don't always have me. Но вы не всегда будете иметь меня. She has done what she could. Она сделала то, что могла. And Jesus said, this thing that she's done will be preached wherever the gospel is preached throughout the world. Иисус говорит, истинно говорю вам, 9 стих, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет память ее и о том, что она сделала. And God used this woman's story to touch me. И Бог действительно использовал эту историю об этой женщине, чтобы прикоснуться ко мне, к моему сердцу. To show me that I haven't even done what I can do in my excuses to not have to go to Africa. То есть Бог показал мне четко, что я ничего не сделала даже того, чтобы я могла. Просто искала, использовала какие-то оправдания, чтобы не поехать в Африку. I don't want to go to Africa. Я не хочу ехать в Африку. I want to go to Russia. Я же хочу ехать в Россию. I don't have any money. If I did want to go, I couldn't go. I don't have any money. It's $2,000. Денег у меня нету. То есть, ну, при чем тут даже мое отсутствие желания? У меня нету средств таких, $2,000. I have a paycheck coming in because God said work, but it's not that much money. Да, я ожидаю чек по работе за свою... Зарплату, за свою выполненную работу, но там не такая будет сумма. For it's not possible. I can't go. Hallelujah. Невозможно. Аллилуйя. Ехать туда не могу. And besides, I don't have any time off. I don't have any vacation for one whole year. No vacation. Также на протяжении года мне не предоставляется ни одного отпуска. So I can't go. Поэтому я не могу поехать в Африку. Hallelujah. Hallelujah. But God says, no, Michelle, you haven't even done what you could. А Бог говорит, нет, Мишель, ты даже не сделала то, что могла. And so I had one response. I had to obey. I knew that. И знаете, у меня был один ответ, который я должна была дать. Я знала это. I need to try to go. Мне надо было попробовать поехать. So the one thing I could think of that I could do is I could talk to my boss. Maybe they would give me time off work without pay. Я подумала, что возможно поговорить с своим начальником, и мне разрешат, ну, просто взять какой-то перерыв и потом, ну, работать без оплаты. Ну, на свой счет, yeah, I could go on my, отпуск, но это будет как за свой счет, считал. Maybe they just let me have leave of absence. Возможно, так, ну, чтобы они не сердить их своим отсутствием, скажем так. That was the one thing I could think of to do. Это единственная мысль, которую я посетила, что я могу предпринять. So the next day at work, I pick up the phone to phone my boss. На следующий день я сняла трубку и я позвонила своему начальнику, директору. The phone is ringing. Звонит телефон. But no answer. Но ответа нет.
But while I'm waiting the answer, но пока я ждала ответ, there's a tap on my shoulder. Кто-то прикоснулся к моему плечу. I look up and it's that same boss that I was trying to call. Я поднимаю глаза, и там стоит мой начальник, которому я пыталась дозвониться только что. The vice president of the company saying, can you come to my office, please? И он говорит, можешь ли ты сейчас зайти ко мне в офис? The vice president of the company. Вице-президент компании. I put the phone down, I followed up to the office. Я положила обратно эту трубку свою, да, и пошла к нему в офис. And they're sitting in the office is the president, a vice president of the company, these two. И в офисе сидит эти два человека, президент и вице-президент компании. And they said, Michelle, please sit down. И говорят, Мишель, присядь. And so I sat down and I'm thinking, oh my, maybe I'm going to have lots of time on leave of absence, not for sure. Я присела, у меня мысль, наверное, сейчас мне предоставят намного больше времени за свой счет, чем я... Maybe this is the end of my employment. Career, yeah. Возможно, это конец моей карьеры и вообще трудоустройства. And they said, no, Michelle, it's okay. Calm down, it's okay. Нет, Мишель, успокойся, все в порядке. They said, we just wanted to tell you that we like your work. Нет, мы хотим просто сказать, что нам нравится, как ты работаешь. It turns out it was my performance review. То есть им, what do you mean? They liked the way you... It was my performance review. То есть сейчас они просто решили обсудить со мной, то есть мою проделанную работу. They were telling me, we like your work. Они говорят, нам нравится, как ты работаешь. We want to keep you, we don't want to lose you. Мы не хотим терять тебя, мы хотим, чтобы ты оставалась с нами. I guess maybe, I don't know if they regret that or not already after all these years, but they have kept me. Не знаю, за все эти годы пожалели они или нет, что я с ними, но все эти годы, с 96 года я в их компании. But they said to me, they said, we wanted to say thank you, and because of our, we when the company is doing well, we share, we have a bonus for you. Говорит, что мы настолько тебе благодарны за проделанную работу, что, знаете, когда дополнительный доход у компании, мы делимся, и мы хотим просто, ну, тебя поощрить за твою работу. They handed me a check. И просто передали мне в руки чек. And on that check, how much do you think was written? И как вы думаете, какая сумма была там зафиксирована в этом чеке? Yeah, $2,000. Именно, 2000 американских долларов. In my whole life, I've never seen $2,000. Я за всю свою жизнь не видела 2000 долларов. And I can hear the voice of God, you know, with his sense of humor saying, oh, you don't have any money? И я слышу этот голос Божий с его потрясающим чувством юмора, который говорит мне, о, все? Что, ты как бы тебе таких денег не видела раньше, да? Но денег нет, I guess you do have money, huh? Ты продолжаешь говорить, что у тебя нет денег до сих пор? Uh-huh, you have money. What are you going to do with your excuses? У тебя уже есть деньги, что ты собираешься делать со своими оправданиями? It was exactly the amount I needed for that ticket. Это была именно та сумма, которая необходима была мне для билета. And I'm sitting there holding that $2,000 in my hands. I was in shock. Я сидела, я держала этот чек на 2000 долларов, и у меня было такое шоковое состояние. They asked me, my bosses, they asked, they said, was there anything you wanted to say? И директор говорит, ты, может быть, что-то хочешь сказать? And I could only say, wow, thank you. I did not expect this. Thank you for your generosity. Я говорю, вау, я не ожидала. Огромное спасибо за вашу щедрость. And I said, actually, I was sitting at my desk trying to call you just now. Я говорю, только что я вообще сидела за столом и пыталась вам дозвониться. I was wanting to ask for a leave of absence. Я хотела бы попросить вас о таком, ну, отпуске. It's not a vacation. It would be... They said to me, they said, you don't have any vacation. You can't... Нету. And because... But they said,
what were the dates? And I said, yes, what? I want, wow, I'm tangling all up here. They said, you don't have vacation, but what were the dates that you wanted? Я говорю, у тебя нет отпуска, тебе не положено, но какие дни ты хотела взять? And so I told them the date in the month of July for the trip. Я сказала, для поездки определенные дни в июле. And they said, well, we have the rule because only one person at a time can be off because we're so busy. И они говорят, у нас есть определенное правило, только один сотрудник может отсутствовать, потому что мы очень загружены, много работы. And all of these dates have already been decided ahead of time. И уже заранее все даты были распланированы. But they asked, what were the dates? Just in case, if nobody is off, maybe you can have off. We'll give you time off on your own, the свой счет. Но они сказали, что, но мы на всякий случай скажем даты, потому что если мы проверим, ну а вдруг такое случится, что никто в эти даты не взял, тогда мы можем предоставить тебе отгул за свой счет. And so I told them it was in the month of July, gave them the dates, they opened the calendar and not one day is used of that time. И они, и когда я назвала определенные даты в июле, когда я хотела отсутствовать, они открыли график, да, календарь, и это были свободные эти даты. Not one day was taken by anyone. То есть ни один день не был как распланирован, распределен другим человеком. And I think they were shocked. They were like, oh, wow, because normally July is a busy vacation month. Мне кажется, что это их тоже как-то, они не растерялись, потому что обычно в июле это, очень напряженная пора таких отпусков. And they agreed. They said, well, I guess you can go. И они сказали, хорошо, нам кажется, что ты можешь поехать. And the vice president said, well, you can go as long as you take this small dog. It was a chow chow puppy that showed up on the doorstep that morning. She said, if you take this dog, then you can go to Africa. Who said? Your boss? The vice president, yeah, the boss. И босс говорит, ты можешь поехать, но только возьми с собой эту маленькую собачку, да, такую чау-чау, чау-чау? Чау-чау, puppy. Чау-чау, щенок чау-чау. Если ты берешь, тогда ты можешь брать отгул. So I went home that day with a puppy, with $2,000 and permission for Africa. Тот вечер я вернулась домой с щенком чау-чау, чеком на $2,000 и с разрешением взять отгул за свой счет. It's an unforgettable day in my life. Незабываемый день моей жизни. When I could see that God is so much bigger than my plans for myself. Тогда я знала, что Божьи планы намного более могущественны, чем все мои даже ожидания смелые в жизни. The problem is that our plans for ourselves are much too limited. Проблема в том, что наши собственные планы и ожидания на нашу жизнь, они очень лимитированы. We limit God with our plans, with our dreams, with our purposes for our lives. Мы ограничиваем Бога своими собственными планами, своими ограничениями, своими рамками. He wants to do great and mighty things in us. Вот Бог хочет совершать действительно великие вещи в нашей жизни. And we hinder him. Но мы препятствуем. We push back against his hand and his dealings with us. We resist him. Мы противостоим, мы его отталкиваем и препятствуем, чтобы он совершил работу в нас. He wants to open doors for you that no man can close. И Бог хочет действительно открыть дверь для вас, чтобы ни один человек не закроет. But you're standing there yourself holding those doors closed. Но ты сам стоишь и припираешь эту дверь, сам. We don't understand how great is our God. Мы сами не понимаем, как Бог наш велик. He is mighty God and he is good. Он могущественный Бог и он благ. He was like beating me with his goodness. Huh? Можно сказать, что он как атаковал меня, он настиг меня. Я знаю, I know this word. Как бы он дословно, оно просто звучит, бил меня своей благостью. Но в русском не очень. It was not earned by me. То есть это не заслуженно было. I didn't deserve his goodness. Я не заслужила его благости. He's chastising me using goodness. Он все-таки, он меня как бы настигал, использовал свою благость в моей жизни, он окружил меня, наполнил меня ею. I'm not worthy of this. Я недостойна всего этого. I didn't earn that $2,000. Я вообще не заслужила этих $2,000.
And the principal for the company says no time off, no vacation, no, not even on your own time. И мне сказали, что даже никакого отпуска речи не может идти о вот этих отгулах. Ничего. But God gave it to me, and He gave me the finances. Но Бог дал мне и эту возможность, эти дни взять отгул и финансы предоставил. And He gave me Africa. И дал мне Африку. Which I did not want. И я не хотела ее. And God wanted it. А Бог хотел. So I went with my dad and this other brother. We went to Africa. Then in 1997, we went. Поэтому в 97 году я с моим отцом и его другом мы поехали в Африку. It was our first trip there, and I can say it changed my life. Это была наша первая поездка туда, и я могу с уверенностью сказать, что это время, проведенное в Африке, полностью изменило мою жизнь. I really do believe that God created the mission field to save the missionary. Я действительно верю всем сердцем, что Бог, Он создал миссионерское поле, чтобы спасти самих миссионеров. To save me, to save you. Спасать меня и тебя. Because after you leave your comfort zone, you can find that you need God more than you ever thought you needed Him. Потому что когда ты выйдешь из своей зоны комфорта, то ты найдешь Бога, так как никогда прежде Его не переживал и не ощущал в жизни. He's waiting for you there in that place of obedience. Он ожидает, ожидает тебя в этом месте послушания. He doesn't ask you to figure out everything and understand Him. He just asks you to trust Him. И Бог не пытается, чтобы ты как-то, ну, уразумела, поняла, осознала что-то об отношении Его. Он просто просит, чтобы ты доверяла Ему и надеялась на Него. And go with Him where He's going. Trust Him. Чтобы ты доверял ему и шел туда, куда он тебя посылает. Yeah, he's good. Он благ. And so many times the things that he gives to us, we know that we don't deserve them. Вы знаете, так много моментов в жизни, когда мы знаем, что Бог дает нам что-то, мы понимаем, что мы не заслужили этого. We're not worthy of his salvation. We're not worthy of his grace. Мы недостойны его спасения, его благодати. We're not worthy of his blessing. Мы недостойны его благословения. But it's his goodness that leads us to repentance. Но это благость его, которая ведет нас к покаянию. And I met God. God met me in Africa. Я встретилась с Богом в Африке, а он встретился со мной. He was waiting for me there. Он ожидал меня там. He did miracles there. Он совершал чудеса в Африке. There was a woman who had a crippled hand, a dried up hand. And her hand is not usable. And I was given the chance to pray for her. She asked for prayer. I prayed and I watched God open her hand. И я молилась за нее, и я увидела, что на моих глазах у нее рука распрямилась. And I was in shock, huh? Я была в таком состоянии, вообще шоковом. And she was in shock. И она была в подобном состоянии тоже. And God says, hello. Бог говорит, привет. Do you know me? Do I know you? Знаешь ли ты меня? Знаю ли я тебя? We saw God do so many things that year in Africa. Мы видели столько чудес и столько вещей необыкновенных, которые Бог совершал за эти годы. Opening the deaf ears, opening the blind eyes. Когда Бог открывал слух, да, уши глухих и глаза слепым. He multiplied food. Он приумножал пищу. We saw this with our own eyes. We ate this food. Мы видели это своими собственными глазами. Мы вкушали эту пищу. And God says to us, hello. А Бог говорит нам, привет. He's just waiting to introduce himself to us. Он ожидает нас, чтобы представиться нам. But how many times we lock him out, we push him away. Поэтому сколько раз мы просто его ограничивали и отталкивали. Let's look in 1 Corinthians 2, huh? Давайте откроем и посмотрим вместе 1 Коринфянам, 2 глава. It's my favorite verse, I think. No eye has seen, no ear has heard, neither has it entered into the heart of man. Verse 9.
9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. No eye has seen, no ear has heard. Не видел того глаз и не слышало ухо. The thing, neither has it entered into the heart of man, the things that God has prepared for those who love him. И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. That means that using your own mind, your own imagination, you cannot figure out what it is that God wants to do in your life. Это означает, что если ты подключаешь, да, свое воображение, свои мысли, разум, то ты все равно не можешь уразуметь всего того, что Бог приготовил для тебя. There's no way. Нет ничего, способа, никакого даже нет. You can't, with your mind, figure out what God wants to do in and through you. Своим разумом даже ты не можешь постичь, уразуметь, что Бог хочет совершить через тебя. He said it hasn't even entered into the heart of man, the things that God has prepared. Написано, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. That's what God is doing. God wants to do in us. Это то, что совершает Бог. Он делает, он хочет совершить это в нас. He says, without me, you can do nothing. Бог говорит, без меня не можете делать ничего. Even if you think you can, even if you try, you can't. Даже если ты думаешь, что ты можешь, если ты пытаешься, но ты не можешь там, без него. Our God is amazing God. Бог наш удивительный Бог. I came home from Africa with great joy. Я тогда вернулась из Африки, мне была огромная радость. Testimonies of God that I saw there for the first time in my life, these kinds of miracles. Свидетельство Божье, определенные чудеса, которые я впервые в жизни своей видела. It was exciting time. Это было восхитительное время. But I had to go back to my job. Но мне надо было возвращаться на мою работу. My singing, living at home, meh. Моему пению, просто к моей жизни дома. I was not happy in general. Я вообще в общем была несчастлива. I still don't understand why can't I serve God full time. Я все еще не могу понять, почему я не могу полное время быть задействована в служении. Why did God send me home? Почему Бог отсылал меня домой? At the same time, God would allow me. I would go back to Russia for a month. I would go other places, back to Africa. И потом Бог позволял мне, я возвращалась в Россию еще на месяц, и потом обратно, и потом Бог меня опять посылал в Африку. So every year my job made an agreement with me. You can go for 2 months every year, you can travel in missions. And then 10 months you work. So we made that kind of agreement. И потом у нас была такая договоренность, соглашение с моей компанией, с руководством, что хорошо, ты можешь 2 месяца в году уделять миссионерским поездкам, но 10 месяцев ты работаешь дома. So I was doing this every year, traveling for a month in Africa, a month in Russia, and then back home and working for 10 months. Я так несколько лет так все и происходило. То есть я месяц проводила миссионерской поездки в России, потом месяц в Африке, и 10 месяцев я работала в компании. And I was not happy. Я была несчастна. I don't want this life. Я не хочу эту жизнь. I want to serve God. I want to go for Him. Я хочу служить Богу и действительно следовать за Ним, идти за Ним. I want to go on His behalf. Я хочу to travel. И путешествовать от Его имени, быть Его посланником. In 1999, finally, I had enough. И в 99 году я поняла, что я достигла предела, уже достаточно. I can't live like this anymore. Я больше так не могу жить. I went out into the forest behind our house to talk to God. И позади нашего дома есть лес, и я пошла туда поговорить с Богом. I asked him, I said, God, what is this wall? It feels like there's a wall in between you and me. What is this? Я сказала, Боже, я вижу, что как будто как стена между нами, между мной и тобой. Что это за стена? What is this? I don't understand. Я не понимаю, что это за стена вообще. And you know what he said to me? А вы знаете, что Бог сказал мне? And I understand now that God, I believe he's always ready to answer our questions.
И я сейчас понимаю, что Бог всегда готов ответить на наши вопросы. But the problem is we're not willing to take our fingers out of our ears. Но проблема, что мы просто, знаете, заткнули своими пальцами уши, мы не способны даже их вытащить вообще, чтобы услышать. And we say, I can't hear God, I don't know, He's not talking to me. Мы говорим, я не слышу Бога, вообще ничего не слышу, он ко мне не говорит. But the truth is, we don't want to hear what He says. Но истина заключается в том, что мы не хотим слышать то, что Он говорит нам. So I finally was ready to listen to Him. И в конце концов я была готова услышать Его. I asked Him, I said, what is this thing that's in between you and me? What is it? Я спросила, что между тобой и мной? He answered me straight away. Он сразу ответил мне. He said, Russia. Он говорит, Россия. Missions. Миссии. Or your imagination of what is missions. Или твое личное воображение. Представление от того, что такое миссия. And I was like, what? Missions? Russia? This is what's in between us? Я подумала, что ты говоришь, Россия, миссия, то это то, что нас разделяет. I said, no, that's not possible. Я говорю, нет, это невозможно. This is what I do for you, it's my very best. Я говорю, это все лучшее, что я делаю для тебя. I give you my best, it's the best thing I can do. Я делаю самое лучшее вообще, что только возможно для тебя. And God said to me, no, you don't. А Бог говорит, нет, ты не делаешь. It's not for me. Это не для меня. You don't serve me. Ты не служишь мне. Who do you serve? Кому ты служишь? You serve yourself. Ты служишь себе. You serve your own dreams. Ты служишь своим мечтам. You're not a faithful servant. Ты не верный служитель. I can't use you like I want to use you. Я не могу задействовать, использовать тебя, как я хочу. And he started to show me. Бог начал показывать мне. He said, you don't even love Russia. Это ты вообще Россию не любишь. You love yourself. Ты любишь сама себя. If you loved Russia, you would pray for Russia. Если бы ты любила Россию, ты бы молилась о ней. And I say, I do pray for Russia every day. Я говорю, да я же каждый день молюсь за Россию. And he says, no, you don't. How do you pray? Он говорит, нет, не молишься. Ты вообще молилась. How do you pray? Как ты молишься? I pray like this, huh? God, why you sent me home from Russia? Why I can't be in Russia? He's like, you're not praying for Russia. Знаете, какая у меня молитва была? Бог, почему ты меня отослал домой из России? Боже, почему я не могу быть в России? Вот такие у меня молитвы были. I'm not praying for Russia. Я не молюсь о России. I'm crying for my own broken dreams. Я плачу о своих разрушенных надеждах. God showed me. He said, I can't use you. Бог показал мне. Он говорит, я не могу тебя задействовать. I tell you, go home. Я говорю тебе, едь домой. And you don't want, I don't want to go home. Я не хочу ехать домой. I tell you, go to Africa. Я сказал тебе, ехать в Африку. And you say, I don't want to go to Africa. Ты говоришь, я не хочу ехать в Африку. I tell you, sing. I don't want to sing. Work. I don't want to work. Я говорю тебе, петь. Ты говоришь, не хочу петь. Я говорю, работать. Ты говоришь, не хочу работать. He said, I can't use you. How can I use you? Он говорит, как я могу тебя вообще употреблять в служении, если я не могу? Everything I tell you, you say no. Все, что бы я ни сказал, на все ты говоришь нет. You don't serve me, you serve you. Ты не служишь мне, ты служишь себе. I tell you, it was not an easy thing to hear, but it was true. Я хочу сказать, что это было нелегко для меня услышать, но это была истина. And I heard him. I heard what he said to me. Я услышала все то, что он мне сказал. And I surrendered to him in that time, in that moment. И в тот самый момент я подчинилась полностью ему. And I said, okay, God. Я сказала, хорошо, Бог. If I never ever go back to Russia, if I never go anywhere, если я даже никогда больше и в Россию не поеду, и куда бы то ни было, I will serve you. Я все равно буду служить тебе. If I never go anywhere, I will serve you. Если я никогда больше никуда не поеду, я все равно буду служить тебе. Uh-huh.
If all I do is wash dishes for my mom at home until I'm 90 years old. Если все, что я буду делать, это до возраста 90 лет, просто буду мыть посуду в доме моей мамы. I will serve you. Я буду служить тебе. Here I am. Вот я. You tell me what to do, and I'll do it. Ты говори мне, что делать, я буду это делать. I won't tell you no ever again. Я больше никогда не скажу тебе нет. Yes, sir. I'll say yes, sir. Да, да, сэр. Я скажу да, сэр. And that's all. You say, and I'll do. Я говорю, все, ты говоришь, и я исполняю. And you know, that's 21 years ago now. И уже 21 год прошел. And that's how I live. Это то, как я живу. God tells me, and I do it. Бог говорит мне, я это делаю. Not my will, His will. Не моя воля, но Его. Not what I want, what He wants. Не то, чего я желаю, но того, что Он желает. That's what He's looking for in this earth. Он именно этого ожидает на этой земле. He knows what He wants to do. Он знает, что Он хочет совершить. He already has a plan. У него уже план. His plan is a good plan. Его план, он хороший. He wants you to trust Him with this plan. Он хочет, чтобы ты доверял ему. He wants you to give Him your life. Бог хочет, чтобы ты дал ему, предоставил, посвятил свою жизнь. And trust Him to fulfill His will in you. И доверил ему, что ты исполнишь его волю в своей жизни. Walk with God by faith. Ходи с Богом верою. Don't turn to the left hand and don't turn to the right hand. Не надо поворачиваться влево или вправо. He knows what He wants to do. Он знает, что Он хочет делать. When I surrendered to God and said, okay, here I am. If you want me to be home, I'm home. И когда я подчинилась Богу, я сказала, хорошо, если ты хочешь, чтобы я была дома, я буду дома. I honestly thought that I would be home for the rest of my life. Я честно тогда подумала, что я до конца жизни просто проведу дома. And I was okay with that. It was a true surrender, sincere surrender. Это было искреннее, настоящее подчинение Богу. Я была готова. I thought I was done in missions. Я думала, что это уже конец миссионерской деятельности. And I was just going to be home. God said, and here I am, Lord. Бог сказал, и вот я, Боже, все. Конец. That's what I thought. That's all I thought I would have. I was okay. Я была согласна, то есть это все, что я, вот, как я представляла себе, все. But do you know, it wasn't the end. Ну, знаете, это не был конец. It was the beginning. Это было начало. Or maybe we could say it was the end of me being in control of my life. Или можно сказать, что это было конец того, когда я контролировала свою жизнь. It was the end. It was the end of me. Это был конец меня. But it was the beginning of God. Но это было начало Божье. The beginning of what God wanted to do in my life. Начало того, что Бог хотел делать, совершать в моей жизни. I thought I was just going to be home, and God says, "No, you'll barely be home." Я думала, что я просто буду дома все время, а Бог говорит, нет, нет, едва ли ты будешь дома. And actually, I've learned to miss home when I'm gone for so long at a time. Okay, so you've learned what? I've learned sometimes to even miss being at home because I am gone for so long at times. И говорит, что я даже обратила внимание, что бывает, я скучаю по тому времени, когда я могу побыть дома. God has changed my heart. Бог изменил мое сердце. He showed me that my mission field is wherever I am. Он показал мне, что мое миссионерское поле — это то место, где я нахожусь. Wherever you are today, that is your mission field. И где ты находишься сегодня, это и есть твое миссионерское поле. This is the place that God wants to meet you. Это то место, где Господь хочет встретиться с тобой. Today, He wants to meet you where you are. Сегодня Он хочет, чтобы ты встретилась с Ним. He wants to show you His glory in that place. Он хочет явить тебе свою славу в этом месте. He wants to teach you there in that place. Бог хочет обучить тебя в этом месте. To open your eyes to the greatness of who He really is. Открыть твои глаза пред величием, кем Он действительно является.
to show you how he really does have everything in control. Показать тебе, как он действительно контролирует все сферы. He really is waiting for you in the future. He's already there. Бог действительно ожидает тебя в будущем, и он уже там. You know, we walk through life in the moment, yeah? We can't see into the future. Вы знаете, мы ходим по этой жизни, идем, и мы находимся в данном моменте. То есть мы не способны предвидеть будущее. But God is not like that. Но Бог, Он не такой. He's not just in the moment. Он не просто в этом мгновении сейчас. He is outside of time. Он находится вне времени. He was, and He is, and He is to come, all at the same time. Он был, Он есть, и Он грядет, то есть Он в будущем, одновременно. He's eternal, He is. Бог является вечным. And he exists outside of time. И Он существует вне времени. He only created time just to torment us. Бог создал время для того, чтобы мучить нас. And we just have our watch and we're like, oh God, how much longer can I be here in this place? И мы говорим, о Боже, ну сколько еще я буду в этом месте? Oh, it's just bad. Please, hurry, 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 God, deliver me. Освободи меня, Боже, ну давай, 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 скорее. We try so hard to escape the place where we are. Мы настолько сильно пытаемся избежать, да, спрятаться, укрыться от того места, где мы находимся сейчас. But we don't understand that this place where we are is a very, very important place. Но мы не понимаем, что это место, в котором мы находимся сейчас, оно чрезвычайно важно. It's a training ground for the next place. Это тренировочный лагерь, то есть платформа, основание для нашего следующего пункта назначения. And if we don't learn the lessons that God is teaching us here, we're not going to be prepared for the lessons that are coming in the future. Если сейчас мы не усвоим эти полезные уроки для нас, то тогда через что нас Бог проводит, то тогда мы не справимся и не сможем извлечь уроки, которые ждут нас в будущем. We don't understand that the next lesson is not going to be easier. Мы должны понять, что следующие занятия они не будут проще. It's going to be more difficult. Это будет более сложно. You know, we're not going from the 12th grade to 11 to 10, 9, 8, 7, 6 down to stacking blocks in the детский сад. Вы знаете, мы не идем с 12 класса, потом 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, и потом 2, а потом уже детский садик, где просто кубики складывают, пирамиды. No, we start stacking the blocks and we go into more and more and more difficult levels. Нет, мы вначале начинаем кубики складывать и пирамидки, а потом переходим на более сложный уровень. It's time for us to grow up in Jesus Christ. Уже пришло время нам возрасти во Христе Иисусе. And stop just wishing for the mashed banana kasha, huh? И прекратить мечтать об этом, знаете, как растолченный банан, просто каша, крэп. Хватит об этом. We need to grow up and no longer be babies. Нам надо уже возрастать и прекратить быть младенцами. We need to stand up on our feet like soldiers of the Most High God. Нам надо встать на наши ноги твердо, как солдаты Всевышнего Бога. Being prepared for this attack, being prepared for the difficulties and the opposition. Быть подготовленными к атакам, к противостоянию врага. Not chasing after our own dreams or our own way. А не просто, как бы, знаете, пытаться преследовать свои собственные мечты, желания, планы. It's not wrong to have a dream. It's not wrong to have a desire or a plan. That's not wrong necessarily. Это не обязательно неправильно иметь мечты, желания, какие-то планы. But the problem is it's too small. Проблема в том, что они слишком малы. God wants to do great things in us. Бог хочет совершать великие вещи в нас. And sometimes that great thing is just when you obey him in a tiny thing. Иногда это подразумевает просто повиноваться ему во всем. Because if you will obey him in a small thing, you will see him great. Потому что если ты будешь повиноваться Богу в маленьких вещах, то тогда ты увидишь его проявленным в чем-то великом. He has no limit. He has no end.
у него нет предела, у него нет ограничений. He's a great and mighty God. Бог великий, могущественный. And he calls you to walk with him. И он призывает тебя ходить вместе с ним. He calls you to go with him where he wants to go. Бог призывает тебя идти с ним туда, куда он желает. You know, I believe that God gave me this desire for the Russian-speaking world. I believe he gave that to me. Я верю, что Бог вложил это желание в мое сердце служить русскоязычным народам. But he doesn't want me to go and fulfill that plan in my own strength. Но Бог не хотел, чтобы я шла и исполнила этот план своей силой. He had to send me home in order to sort me out. Богу надо было отправить меня домой, чтобы провести работу. Because my idea of what does missions look like wasn't proper, it wasn't correct. Потому что у меня было неправильное понимание того, что такое миссионерская работа. God says, no, your mission field is 24/7. It's a style of life. Бог говорит, миссионерская работа это 24/7. Всегда это образ жизни. It doesn't matter where you are or what you are doing. Это не имеет значения, где ты находишься или что ты делаешь. I want you to serve me. Я хочу, чтобы ты служила мне. On your job, serve me all day, every day. Я твоя работа, служи мне ежедневно. While you're singing, serve me. Когда ты поешь мне, служи мне. While you're washing dishes, serve me. Когда ты моешь посуду, служи мне. And while you've got your suitcase and your passport going to the end of the earth, serve me. И когда у тебя в руках твой чемодан и загранпаспорт, чтобы ехать на миссию, то там тоже служи мне. There's no difference in God's eyes. Нет никакой разницы в Божьих глазах. His vision of greatness is not man's vision of greatness. Его видение величия, оно отличается от человеческого понимания величия. Like it's written in the Bible, the things that are highly esteemed in man's eyes are abomination in God's eyes. Да, и в Библии написано, что то, что является значительным, да, и великим в глазах человеческих, это может быть мерзость перед Богом. Yeah, he doesn't see greatness like man sees greatness. Бог не видит величия так, как человек это видит и понимает. He sees like it shows the woman, remember she had the two coins and she put them in the treasury. Jesus said, she's put in more than all of these rich people giving from their abundance. Помните, эта женщина, которая положила две монеты, да, на это блюдце, да? И тогда Иисус посмотрел и сказал, что она принесла больше всех. More than all of these rich people giving from their abundance. Больше, чем все эти богатые люди, которые принесли от избытка своего. When you take the two little coins that you have and you bring them to Jesus. Когда ты берешь эти две маленьких монетки, которые у тебя есть, и приносишь их Иисусу. Surrender them to him, lay them down at his feet. Подчинись Богу и положи эти монеты пред ногами Христа. That's enough. That's all he asks. All he asks is that we give all. Это достаточно. Это все, что он просит, чтобы мы отдали ему все. He's not looking at the amount, he's looking at the all. Он не смотрит на количество, он смотрит на все. Maybe you think you don't have anything to give to God. Может, ты думаешь, у тебя вообще нечего Богу дать. He's not looking for what you have to give to him. He just wants you. Бог не смотрит на то, что ты можешь ему дать. Он смотрит на тебя. He wants you to give your life to him. Он желает, чтобы ты предоставил, подчинил, посвятил свою жизнь Богу. Maybe we could look at that in Isaiah chapter 6. These are the classic missionary call verses. Мы посмотрим Исаия, 6 глава, это классический отрывок миссионерский. Verses 1 through 8. Isaiah 6, 1 through 8, yes? Yes. Исаия 6 глава, с 1 по 8 стих включительно. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
И взывали они друг к другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для меня?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». This is last verse 8. Whom shall I send? Who will go for us? And I said, here am I, send me. И восьмой стих. Кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. I think that all of the Christians have heard this verse, and a lot of the missionaries could say, this is the cry of my heart. Here am I, send me. И мне кажется, что многие верующие, они читали этот стих неоднократно, и это, ну, крик, да, скажем, вопль каждого миссионера: «Вот я, пошли меня». But then if we read on for context, verses 9 down through 12, it's very interesting, the calling of Isaiah. Но когда мы дальше будем смотреть в контексте с 9 по 12 стих включительно, то мы посмотрим, что это очень интересный призыв Ози. It's not Isaiah, yeah? It's not just an easy calling that God is calling him to. Мне кажется, что это вообще не легкий призыв. Абсолютно. Listen what he's signing up for. Listen what he says, send me. What is he getting ready to do? Посмотрите, что он приготовил себя делать после того, как он сказал: вот я, пошли меня. Yes? 9 through 12. 9 по 12, 6 глава Исаия. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не пустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. What a calling, huh? Какое призвание. I don't think that many of us would be getting in line saying, yes, pick me for that kind of ministry. That's what I want to do with my life. Я не думаю, что много из нас найдутся, которые скажут: вот я, Бог, это мое призвание на жизнь, вот в этом всем пребывать, и пошли меня, Боже. This is what I want to do with my life. Вот это то, что я желаю делать со своей жизнью. Because God is not calling Isaiah to success. Потому что Бог не призвал Исаию к успеху. He says, you're going to preach to them, but nobody is going to listen. Бог говорит: ты будешь проповедовать, и никто не будет слышать. Nobody's going to be healed, nobody's going to turn away, their eyes won't see, their ears won't hear. Он говорит: никто не будет слышать, их очи не будут видеть, и сердца их тоже народа очи сомкнули. And Isaiah says, how long is this going to be? Исаия говорит, 11 стих, надолго ли, Господи? And God says, yeah, until the whole land is destroyed, because I'm going to judge my people. И Бог говорит, он сказал, доколе не опустеют города и останется без жителей, и домы без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. God is preparing to judge his people. Бог готовится судить своих людей. And one last time before the judgment, they are going to be warned. И еще один раз, прежде чем начнется это судилище, он их предупреждает. But they're not going to listen. They are already gone too far. Но они уже слишком далеко отступили, они не собираются слушать. That's not an easy ministry. Это не простое служение. You know, we live in the last days now. Сейчас мы живем в последнее время. And I don't know if any of you have read the book of Revelation lately. Я не знаю, кто-то из вас недавно читал Откровение книгу. I believe that God is preparing to judge this earth. Я верю, что Бог действительно готовит
готовится к тому, чтобы судить этот мир. And it's going to be a terrible day. Это будет устрашающий день. It's called the day of the Lord. Это будет день Господень. That's what it's called. Это именно то, как он назван. Uh-huh. The day of the Lord is at hand. День Господень близок. It's a day for his people, you and me, to shine like the stars. Это день для его людей, для тебя и для меня, чтобы мы воссияли как звезды. But we're not called to hold on to this earth while we do this shining. Но мы не должны сейчас, пока мы будем сиять, да, мы не должны никак, как сказать, чтобы... Hold on to the physical, material world. Мы не должны держаться, хвататься за физические, материальные вещи этого мира, в то время, как это будет. Because God's kingdom is not an earthly kingdom. Потому что Царство Божье, оно не земное. It's an invisible kingdom. Это невидимое царство. So we need to be very careful that we're not building the kingdom of a man. Поэтому нам надо быть предельно внимательны, что мы не строим царство человеческое. Because everything that's born of a man is going to pass away. Потому что все, что рождено от человека, оно пройдет мимо. Everything that's built and controlled by man is going to pass away. Все, что построено и контролируемо человеком, оно пройдет. But the kingdom of God endures forever. Но Царство Божье пребывает вовек. We need to make sure that we are building God's kingdom as we build. И нам нужно точно убедиться в том, что мы созидаем и строим Царство Божье. How can you tell if you're building God's kingdom or man's kingdom? Как ты можешь определить, строишь ли ты Царство Божье или человеческое? It's pretty easy, because if God pokes it or allows a circumstance to poke what you're building, if you're upset and shouting, it's a very good sign that you're building something that belongs to you. Это, ну, от Бога зависит. То есть ты можешь сразу определить, если ты начинаешь там нервничать, и все у тебя валится, ты становишься нетерпеливым, кричишь, то это очень хороший знак, что ты не Божье царство свое созидаешь. Just like when God said to me, go home, and I was so angry. Точно так, как Бог сказал мне, едь домой, я была настолько, ну, озлобленная. And I couldn't obey him, because I was busy doing my will in Russia. И я просто не могла, знаете, повиноваться ему, потому что у меня были свои планы в России. And I was doing my own will. Я делала свою собственную волю. But think about what Jesus said when he came to this earth. Но подумайте о том, что Иисус сказал, когда пришел на землю. He said, I didn't come to do my own will. Он говорит, я не пришел, чтобы совершить мою волю. I came to do the will of the Father who sent me. Я пришел исполнить волю Отца, который послал меня. What is a missionary? It's someone who is sent for a purpose. И кто такой миссионер? Это тот человек, которого послали с целью, предназначением. Just like Isaiah, here I am, Lord, send me. But being sent by God means that you're responsible to do what God tells you to do in that place. Когда ты послан Богом, это означает, что ты ответственный перед Богом совершить то, что Он повелел тебе. Let's look in one last verse as we wrap up in 1 Corinthians chapter 3. Давайте откроем последний стих, 1 Коринфянам 3 глава. I'm ready. Paul is talking here, verse 1, just start from there. 1 Коринфянам 3 глава, 1 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То Павел, то Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Не насаждающий же и поливающий суть одно,
Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, вы Божье ниво, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. А у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы забил. What are you building when you build? Что ты строишь, когда ты строишь? Are you building God's kingdom? Строишь и созидаешь ли ты Божье царство? Or are you building the kingdom of a man? Или ты строишь царство человеческое? Even so many times in ministry, the trap, the snare is to build the kingdom of yourself, your own kingdom around you. И даже когда тебе кажется, что ты служишь Богу, но ты все равно продолжаешь строить это царство человеческое вокруг себя. The kingdom of me. Царство свое собственное. And in your mind you have all the ideas, like Job, of all the good things that you have done for God. You've done everything possible. Yeah, like Job, yeah? Yeah. Да, и как Иов, да, то есть ты в своем понимании, тебе кажется, что ты такое царство хорошее построил для себя сам, в своем разуме. You say you build it for God, but it's all of the good things that you have done that you're counting up. Ты думаешь, что ты построил это царство для Бога, но в результате ты сам думаешь, что все, что ты сделал, то есть это ты достиг этого сам. All of the things that we do for our own self, they will be burned away. Все, что мы делаем для себя, оно будет сожжено. Only the treasure that's stored up in heaven will last. И только сокровища, которые мы собираем на небесах, они стоят и сохранятся. And it's good when God's fire comes now to burn away everything else in our life. Это хорошо, когда Божий огонь снизойдет и сожжет все ненужное в нашей жизни. So that there's nothing left except the pure gold. Чтобы не осталось ничего, кроме золота очищенного. Burned in the fire and proven to be clean. No hidden motives, no pride, no self. Сожженное в печи, да? То, что не будет никакой гордыни, не будет себя, не будет эгоизма. It's a good thing and it's precious in God's eyes. Это так хорошо и драгоценно в Божьих глазах. God is the master builder. Бог самый главный строитель. Let him build in you his kingdom. Пускай он созидает и строит это царство внутри вас. Jesus is the vine and you are the branches. Abide in him. Иисус является этой лозой, а вы ветви. Пребывайте в нем. And as you abide in him, the fruit will come out on the branches. И когда вы будете пребывать в нем, то тогда из этих веток произрастет. As soon as there's fruit, don't get your eyes on the fruit because he's going to purge it away. И как только вы увидели этот плод, то, пожалуйста, не хватайтесь за плод, потому что он будет дальше отсекать. No, your job is not to look at your fruit. Your job is to abide in him, personal relationship with him. Ваша работа не смотреть на этот плод принесенный, но пребывать в нем, на лозе. Personal relationship with him. Личные взаимоотношения с ним. And as you abide in him, his life will flow through you. И когда вы пребываете на нем, тогда его жизнь будет проистекать через вас. And the more he purges you, the more fruit you will bring forth. Чем больше он будет отсекать и удобрять, тем больше вы будете плодоносить. And you will look back and say, look what God has done. Wow, God. И ты посмотришь, оглянешься, и потом проанализируешь, скажешь, посмотри, что Бог совершил. Вау. There's no limit to his glory. Нет ограничений и лимитов его славы. And he wants to reveal his glory in us. И Бог хочет проявить свою славу в вас. Amen. His strength, his kingdom. Аминь. Его сила, его царство. Hallelujah. God bless you. Аллилуйя. Да благословит вас Господь.